Летние раубичи – это нечто магическое, вообще не коррелируется с тем, какими мы видим соревнования зимой в биатлоне. Тут бы не утонуть на заре лета в невероятной белорусской природе. Но все это лишь способствует погружению в спортивную профессию науку. Да и знаете ли, лучше комплекса на земле нет. Так и процитируйте. В руках фотографии можешь посмотреть на нее. 1974 года, ей получается 50 лет. Вот что ты видишь на ней вообще? Что тебя, может, восхищает, удивляет на ней? Воодушевленные люди на этой фотографии, очень добрые, с интересом наблюдают. Атмосфера какая-то праздничная, сразу видно. Ну и в то же время волнительная. Зрелищный вид спорта. Ты до последних метров, до последнего рубежа никогда не знаешь, что будет. Каждый вид спорта, он зрелищный по-своему. В каждом есть что-то такое, что тебя цепляет. Наверняка эту девушку прямо сейчас знают только искушенные белорусские поклонники спорта. И вообще этим сюжетом можно попасть в яблочко, а может случиться и наоборот. Но оттого интереснее будет наблюдать за белорусской карьерой в биатлоне Ксении Шнейдер. Ведь похожие, но лишь отчасти истории нашей стране получали классное и даже легендарное развитие. Мне кажется, каждый стадион напитан какой-то историей. И особенно, когда это идет с таких времен, всегда очень как-то трепетно. Ты вспоминаешь те события, которые раньше были, сейчас, и как это все меняется, и ты не можешь просто забыть об этом месте. Кроме того, что ты переезжаешь из-за того, что у тебя личная история очень классная, ты вообще понимаешь, что это, вот, тебе сейчас защищать честь другой страны? Я готова сражаться за ту страну, в которой я чувствую как дома. Когда росла ребенком, ты следила вообще за Олимпийскими играми, кроме биатлона? Да. Вот зачем ты следила, что тебя больше всего вдохновляло, интересовало? Зимние – это, наверное, фигурное катание. Также лыжи. Наверное, даже лыжи меня больше как-то в детстве привлекали, чем биатлон. Это уже как-то в подростковом возрасте уже пошло. Санный спорт мне нравился смотреть. Да. Фристайл. Два белоруса тогда выиграли золото Сочинской олимпиады. Мне всегда интересно было, как они умудряются это все делать. Финиш Домрачевой, наш эстафетный квартет. Ты олимпиаду по чемчиханию помнишь хорошо? Да. В чем феномен белорусского квартета в Корее, на твой взгляд? Мне кажется в том, что от начала до конца они очень хорошо шли. То есть каждый выполнил свою работу, что от них, наверное, и требовали, да. То есть они нигде-то не затерялись, ничего, они всегда шли где-то близко. Динара Смольская, ты сейчас не будешь выступать в одной сборной. И, в принципе, это ее первый сезон, когда она стала показывать прям стабильный высокий результат. Вот эта стабильность ей помогла выиграть этот глобус. У нас две биатлонистки 96-го года, ты даже знаешь прекрасно, кроме Динары Смольской, Анна Соло. Две классных, две выросли в Беларуси, в разных местечках, стали топ-атлетами. Наверное, я больше смотрела на Аню Соло почему-то. Мне очень нравится ее техника, потому что она как будто парит над дистанцией. Так же, как и Даша Домрачева, в принципе. У нее тоже было такое, что она как бы просто как катит. Как белорусский аист. Да, парит, но при этом она может вообще очень много накидать своим соперницам. На самом деле, я вообще его не знала раньше, если так уж быть, то есть как-то не придавала значения. Потом как-то мы сидели в компании общих друзей, получается, и как-то, посмотрела, думаю, симпатичные глаза, очень нравится. На самом деле, он очень добрый, заботливый, открытый. На этой неделе Ксения и наш биатлонист Максим Воробей стали мужем и женой. Церемония пока прошла скромно, но завершение летнего сезона обещают исправиться, а пока плодотворно потрудиться. То, что молодая биатлонистка следует по маршруту Россия и Беларусь и начинает защищать цвета нашего флага, такое же бывало в большой, богатой истории белорусского биатлона. Но вот чтобы уехать за своим супругом, это едва ли не впервые. Чувствую, сейчас будет такая больше, наверное, внимание со всех сторон ко мне. Что она перешла. А если еще результаты вдруг не будет поначалу, да? Да, это страшно, конечно. Все равно на психологию немного давит. То есть то, как сейчас у тебя складывается жизнь, ты, в общем, рада? Да. Насколько? Давай по шкале от 1 до 10. Наверное, на 9. Конечно, каждый спортсмен хочет олимпийское золото.
Но ты не исключение. Я не исключение. Я, конечно же, хочу. У меня всегда была такая мечта. Самое главное, чтобы интерес к твоему виду спорта никогда не терялся. Чтобы он только был выше, развивался. Чтобы люди так же, как и на этой фотографии, было столько же много народу всегда на трибунах. Когда я первый раз сюда приехала, мне показалось, что это очень чистый, наверное, чистая страна. Очень зеленая такая. Трава у вас очень зеленая, я хочу сказать прям. Но ее не красят. Да. Но очень много шуток насчет этого. Вот. Ну, наверное, какая-то такая дружественная. Тебе комфортно где находиться? Условно, Минск или Москва? Ну, в Минске больше мне нравится. Потому что чем-то напоминает Тюмень, ну, мой родной город. Заповедный напев, заповедная даль. В главном эфире Андрей Козлов и Илья Пучко. Свет над миром.